В республике планируют возродить былую славу калмыцкого баскетбола. 14 июля в Элисте стартует ночная баскетбольная лига 4 на 4. В связи с этим специально для тех, кто болеет баскетболом, но занят или работает в дневное время, приглашают на игру, которая пройдет на базе элистинской школы номер 4 в 18 часов. У каждого жителя Калмыкии есть возможность присоединиться к ночной баскетбольной лиге и побороться за звание лучшего. Зарегистрироваться можно на официальной странице Федерации баскетбола Калмыкии. Хочу поблагодарить в первую очередь главу Республики Калмыкия Бату Сергеевича Хасика, который действительно заинтересовался данным проектом, нас поддержал. Также нас поддержали Министерство спорта, да, Республики Калмыкия, которые действительно нам помогают. Ну и администрация города, которая действительно нам технически нам помогает, все возможности предоставили площадку. И плюс того, что мы, когда будем проводить открытие, у нас, как уже мой соратник говорил, что будет фудкорт, чтобы там могли прийти семьями отдохнуть, там будет и чили-зона, да, то есть где могли посидеть, пообщаться, поговорить. Почему мы выбрали непосредственно 4-ю школу? Так как там баскетбольная площадка относительно молодая, плюс еще проходимость. У нас было два варианта. Мы думали или в 3-й школе проходить, там тоже очень хорошая площадка. Но так как площадка находится внутри района и проходимость очень маленькая, мы хотели бы максимально привлечь людей, которые те же зеваки, которые будут проходить, гулять, которые мы могли спокойно прийти и посмотреть. Сейчас тем более в последнее время дети увлекаются баскетболом, очень много сейчас у нас открывается секций. Также в этом году была создана школьная баскетбольная лига. Очень много планов у нас совместных с Федерацией баскетбола. Это проведение уже, как сказал Бембе Сергеевич, и мастер-классов, и проведение различных турниров, да, по баскетболу. Также ежегодно мы проводим чемпионат Республики Калмыкия по баскетболу. Каждый участник получит специальную форму с символикой НБЛ. Кроме того, среди участников и болельщиков пройдут соревнования на знание истории баскетбола, а также приемов и финтов. В первый день официального открытия в игре примут участие представители различных учреждений, ведомств, творческая интеллигенция и знаменитые спортсмены региона. Здесь у нас регламент немножко посвободнее, поинтереснее, чем официальные игры. То есть у нас 4 человека играют, на замене также 4 человека состоят в 2 периода по 8 минут, плюс еще мы частичку от медиалиги включили, это игра 1 на 1, то есть от правил немножко отошли в пользу зрелищности, в пользу динамики. Это один из таких видов динамичных, чуть больше скорости, чуть больше борьбы, времени на атаку немножко меньше, соответственно, атак самих, владения мячом будет намного больше. Также будут принимать участие у нас и ветераны, и дети, то есть все слои населения хотим задействовать. Будут предусмотрены розыгрыши, призы. Я сама тоже баскетболистка, выходец из этого вида спорта. И приглашаю всех желающих поучаствовать, будет очень весело. Уверена, что мы проведем время с пользой, со здоровьем и будет очень круто. В общем, всех ждем 14 июля в 6 часов вечера.